Здорово, пацаны. Немножко могу коверкать слова, потому что в моем рту как будто побывало, блядь, зерк, сусликов, кроликов, да вообще полживотного мира, кто очень быстро двигается. Талией быстро, быстро так. Пу-пу-пу-пу-пу. Вот, 14 часов уже прошло. Вот. Что я буду делать, это в конце я вам расскажу. Чё почём. Так вот. Все с самого начала. Время охуенных историй, пацаны. В субботу, значит, БТР должен был приехать, он и приехал. Они щипом зашли за мной, постояли на балконе. Потом я оделся, вышел, блядь. Пошли. Мы хотели искупаться немножко, да? Но я не дошел. Потому что, блядь. Слишком мне стали загоняться по поводу того, что я рыжий пес. Вот вы говорите, что я выебываюсь там на видосах. Они по КД выебываются. Хотя, ну, по крайней мере, чип. Рыжий пес, рыжий пес, рыжий обезьяна. Я ж ему там зубы не разбиваю, да, голову не отрываю, блядь, яйца нахуй не выкидываю, мусорный бак, блядь, собакам не скармливаю. То есть, ёбнутая. Так вот, шли мы, шли. Потом мне что-то заебало, блядь, рыжий пес, нахуй. Прикиньте, вот вас называют, типа, уёбок, уёбок, уёбок. Вам это будет приятно? Вы будете вообще с такими шляться? Пошел домой, поиграл там, блядь, уже весь негатив спал. И тут они приходят, это уже чуть ли не под вечер. Пьянющие, блядь, бутылка Виндея у них, значит. Знаете, что такое Виндей? Ну, вроде как только в России такая хуйня существует. Любители дешевого пойла должны это знать, потому что 1,5 литра или литр, или 1,5 литра. Короче, что-то вроде 70 рублей стоит. Одной бутылки хватит, чтобы наебениться и не вспомнить. В руках у них эта хуйня была, блядь. На балкон я их пустил. Ну, точнее, блядь, как там пустишь? Не пустишь ты на балкон. Он же не забаррикадирован. Ну, там постояли, я смотрю, БТР вообще никакущий. А, чипу похуй. Выебывается, блядь, все дела там щипает, как мне это бесит, блядь, прикиньте. Стоишь, блядь, как макака какая-то, ёб твою мать, блядь. Смотрю, БТР никакущий вообще. Если бы БТР не был бы в дерьмо полное, я бы их не пустил. Но БТР вообще на ногах кое-как стоял. Хули, у меня хата свободная. Почему бы не впустить, а? Проспится, утром уйдет. Но не тут-то было, блядь. БТР уснул, значит. Щипом сходили за певчан. Он себя вел более-менее адекватно, как всегда, короче. Это потом на него нашло, блядь, что-то. Это что-то. В этом что-то, что-то есть. И вы узнаете. Так вот. Пошли, бля, за певчанским немножко взяли. 2 литра оболони. Ну, мы пили 2 литра оболони, знаете сколько? Часа 4. Ну, растягивали, смаковали там все дела. Вот, 2 литра оболонью засалим, и БТР проснулся. Пацаны пошли курить. Ну, я играл, да, они пошли курнули, типа БТР проснулся, все дела. На балкон. Вот. Я играю, знаю. Я-то не курю, если что, пацаны. Нет. Никотин в рот не беру. Как говорится, когда тёлка берет в рот, она любит брать в рот. А когда мужчина курит, то он рецидивист и насильник. А я не курю. Ну, БТР-чип ушли, короче, на балкон. Я играю. БТР выбегает такой, бля! Топ-геймер in the world, VG-Link. Там чип, короче, сейчас пиздиться будет. Но такой выбегаю на балкон, смотрю. Ну, мы с БТРом пока стоим. Смотрим. Чип идет, а там, короче, на площадке какие-то, блядь, турникмены на велосипедах, подтягиваются, все дела. Человек 6. Здоровее, чем этот. Какой здоровый, блядь? Потолще, чем вот этот Пуджин, блядь, будет. Так вот. Он к ним что-то подходит, поздоровался, блядь, на лавку рядом сел. И все, сидит. Но он ожидал агра там какого-то, еще что-то. Они бы его там угандошили. Повезло, что ребятушки
умеет держать себя в руках. Не как некоторые. Но зато на соседней лавке был мужик, ну, лет 40, и вместе с ним, может, жена его. И, короче, они тоже под шофе немножко. Это я. Они там орали, блядь, там, вау, ну, сами понимаете, как орут, блядь, пьяные. Дикция полностью изменяется во время алкоголя, да? Кое-как, блядь, произносит слова. Вот, аля, ага. Так в итоге словесная перепалка произошла между Чипом и вот тем мужиком. Что-то побычились, а я стою с БТРом до сих пор на балконе. Ну что там, общаемся. Он курит, я не курю. Смотрим, значит. И тут, короче, один его толкнул, другой толкнул. Ну, знаете, типа, блядь, развод на пизделку. БТР, короче, такой пошел вниз, ну, чтобы разнять их все дела. Но у него это не получилось. Драки как таковой там не было, но они повалялись. Помните, ну, кто видео смотрел, когда мы здесь, когда, точнее, мне выбивали зубы, вот так вот, типа, блядь, а-ля борьба у них там была. И разошлись. Ну, знаете, как они разошлись? Все сошлось на том, что мужик, которому вот 40 хуй, с хуем лет, он, блядь, довольно-таки такой побольше, чем любой другой, взял на болевой. Ну, блядь, короче, когда рука зажата в районе письки, ваша рука зажата у оппонента в районе письки, паха. И, короче, можно одним движением сломать руку, полностью сломать. И Чип, блядь, орёт. Ломай давай, ломай, блядь. Тёлка там подпёрзает. Ну-ка, там, не помню его имени, того мужика. А ну, бля, в носяру, а, блядь. Короче, меня эта клоунада заебала, и я пошел дальше играть. Сижу, значит, через минут 15, нет, через минут где-то 10 заваливаются они, без мужика, ну, БТР чипом. И, короче, как же не пошутить, да, ведь над такой хуйней? О чем думал мальчишка 19, сколько ему там лет, хуй знает, когда нападал на быка 40-летнего. 40-летнего. На 40-летнего мужика, это надо же мозг хотя бы иметь, блядь, пускай в полное дерьмище, в полное. Посторонний человек, все дела. Вот. Там что-то поржали, поржали, потом вышли на балкон и стали обсуждать эту тему. Типа, о чем ты думал, Чип, когда, блядь, нападал, все дела, бля. А он, короче, говорит, Бутера, хули, ты ж мой друг, блядь. Чё ты не въебал этому мужику, когда он меня заламывал, прикиньте? Сам навыебывался на мужика, который сидел на лавке, блядь. Ну, он бы мог вообще не реагировать, но извините меня, бля. Он с женой, и какая-то шалупень выебывается. Там любой сорвется. Повезло, что это еще не какой-нибудь там агро, да? Он бы, блядь, его там укатал, и даже те бы турникмены не спасли человечка, который мне зубки выбил. Ну кого? Стал зарекаться, что да мы друзья, блядь, ты бы мог постоять за меня, Бутыр ему говорит. Ты чё, ебанулся, типа, что ли? Ну, вот я на своих, чё, совсем. Сам навоёбался, вот, бля, извини меня, ёпта. Причем там рукопашки-то и не было, сами понимаете. Не на кулаках, а просто повалялись. Не как у меня. Потом зашли опять ко мне, они покурили. Я постоял, так сказать, свежим воздухом подышал. Зашли ко мне. И опять эта тема поднялась про мужика с этим. Ну, естественно, топ-геймер стал подшучивать, типа, о, Чип, блядь, напиши книгу про этого чувачка, как он там заломал тебе все дела. Ну, смешно же, да? Он просто его так восхвалял. Пиздец, типа, о, да, такой бык, наверное, Емельяненко даже завалит. Ёб твою мать, блядь. Ну, я просто дополнил от Емельяненко. Ну, ладно, пускай Валуева. Нет, подождите. Тарзана, блядь. Короче, самый сильный человек, который только мог
видеть наш чип за всю жизнь свою. Ну, восхвалял, ну, типа, книгу напиши, там, бля, а ты что думал, когда нападал на 40-летнего мужика? Это я ему говорю. БТР там угорает на все дела. Потом они опять вышли, блядь, корнуть, а я сидел, играл. И заходят, что-то у них, видимо, там произошло. И, Чибор, помните видео, с чего начинается? Когда он одевает шорты. Он вообще в труселях, прикиньте, вышел на улицу, блядь. В дурдом можно позвонить, блядь, и быстренько этого месье упаковали, блядь, в белую комнату, блядь. В смирительной рубашке, ебать. Так вот, собирается и стал бычить. Начинается видео, вот это я включил. Вот. Там он потом подумал, что я тоже мог бы, типа, вмешаться. Ну, я так предполагаю. Типа, хуй ты стоял на балконе, бля, смотрел, как я там измываюсь, блядь, господи. О, ладно, была бы камера, согласитесь, да? Пофрапсить это можно, поржать потом. А так, это хули, блядь. Вы, наверное, не верите сейчас, но это по факту так. Так вот. Его, видимо, что-то задело. Все эти шуточки. А как они, блядь, стебутся на топ-геймер? Их же пью. Я ж, блядь, ебало не бью. Не бью, конечно. Мне это нахуй не надо. Я более-менее сдержанный человек. Когда вообще люди, не умеющие решать проблемы словами, да, сразу на рукопашку. Блядь, сука. Пиздец, да? У меня челюсть, вот, я ее не прижимаю, она у меня все время на весу. Короче, люди, которые не умеют решать вопросы словесно какие-нибудь, да, когда можно избежать конфликта какого-то. Ну, это ебаное быдло, вот именно. Быдло я обычное слово не использую, но по факту это так. Быдло, гопники, все отбросы, блядь, днища санны. Короче, вся нищина России, нищи, блядь, короче, вы поняли. Самые низа России, вот, это именно те люди, которые не умеют решать. Но когда там по факту можно супер на выебываться, супер, ну, мужик не сдерживает себя, только тогда. А тут-то, блядь, им я потом задаюсь вопросом, блядь, почему же он на БТР, да, не напал? Бесят тоже люди, которые выбирают более слабых соперников. Это очень низко. Это так низко, прикиньте. Выебывается, значит, какой-нибудь мужик, нет, пацан там 25-летний, выебывается на чипа. И рядом ребенок какой-нибудь говорит там, отстаньте, дяденька. И в итоге, вместо того, чтобы конфликтовать с 25-летним мужчиной, пацаном, мужчины от 30, то, короче, чип срывается и пиздит, блядь, ребенка. Именно так я вижу эту ситуацию. Но я не ребенок, я топ-геймер. Ну а хули он на БТР это не напал, блядь. Значит, понимаете, здесь очень тонкая нить есть, грань. Мои слова слишком трогают людей, да? Выбешивают аж, это талант. И этот талант с потерей зубов, он не пропадет все равно, блядь. Ну, эти зубы восстановим. Ничего страшного. Восстановят. Или, может, за свой счет. Ну, под конец видео вы узнаете, как будет развиваться вся хуйня. Я скажу. Так вот, напал. Я думал, просто мы там с ним поборемся, все дела. Но нет. На видосе было видно, что я там полулежал. Тупо, знаете, а-ля как казнь, блядь, казнь на коленях. Знаете, на коленях. И рот у меня был открыт, то есть зубы полностью открыты. Если бы рот был бы закрыт, ну, сейчас вы скажете, моя вина, блядь, извините меня. Кто ожидал? За чипом раньше такой хуйни не было. То есть сейчас я, конечно, блядь, просто в шоке и не ожидал, что такая хуйня, пускай даже по пьяни. В моей хате, понимаете? Это таким надо быть наглым, слушайте. В хате
выбить зубы, еще и угрожать, что если пойдешь в полицию, убью нахуй. Бля. Еще и выметаться не хотел с моей квартиры потом. А говорил, что собирается. Короче, на коленях стою. И резкий удар. В итоге, я думал, он въебал мавашенье. Ну, блядь. Вы поняли, ступней, типа, вот этой хуйней. Потом пригляделся коленом. За всю жизнь, пацаны, мне вот это второй раз колено ебашили. Первый раз это в детстве. Вот. Ну, зубы не выбивали, а просто там такой удар был, блядь, не критичный, как сейчас. А здесь пиздец, да? И спрашивается, Чип, а что ж ты, блядь, тому мужику с улицы не въебал, а своему, так сказать, как ты меня считал другом, там, заливал друзья, блядь, уебал и зубы сломал. Ну, пацаны, это... Если сделать шкалу такую, прочертить, и адекватность, там, 100 адекватности, 90, то там, где красненькое, там чип. То есть, ноль. Пиздец. Уебал, короче, все дела. Еще, бля, грозился отпиздить. Прикиньте, взял лопатку железную. Железную лопатку, которую я обувь одеваю. И, короче, на меня пошел, блядь. В моей хате. Да, пацаны. Быдло, пиздец. Но это урок на всю жизнь. Больше я никого на хату к себе приглашать не буду, кроме некоторых людей, в которых я не сомневаюсь, что они не будут дебоширить, да? Но и БТР тоже не будет. Пизду, Чипа тем более. Так вот, въебали, они съебались, что-то там, я и БТР высказал, все, идите отсюда, блядь. Понимаете, на видосе некоторые пацаны сказали, что я плакал. Да, там что-то... Извините меня. Шок ёбаный. Просто, блядь, прилетел снаряд, откуда ни возьмись, в рот ебись, и выбил зубы. Естественно, у меня в голове мысля проскакивает. Ёб твою мать, зубы у нас стоят пиздец. Я пару месяцев назад ходил в стоматологию, просто чтобы посмотрели зубы, там, сколько стоит выравнивание у нас. И что вы думаете? Я сидел на кресле, как мне сказали цену, я встал и ушел. Да, потому что это и то выравнивание, а протезирование не такие дорогие зубки там. А вот имплантанты, вот этот зуб у меня, наверное, ну это к стоматологу надо там всю хуйню. А вот этот зуб висит на куске нёбе, и, наверное, там еще зуб кверху. Я его пытался выдернуть, но боль адская, и крови было до хренища. Причем кровь, знаете какая? Кто зубы не ломал и не видели подобного? Черная-черная. Черная-черная. Потому что как раз там, знаете, все застаивает. Ну, блядь. Не, они... если артериальную хуйню пробить, то тоже там черная кровь, венозная. По-моему, да? Ну, блядь, давайте не будем умничать. Медицинский термин. Термин это очень тяжко. Я ж клятву Гиппократа не давал. Я топ-геймер. Поэтому не обязан знать всю эту ебату. Короче, черная-черная кровь была. А потом красная и посветлее, посветлее. Потом уже белая, как у какого-то зомби, блядь. Вот так. Вообще мне очень везет, честно. Камеру сломали. Причем сломал грузчик. Грузчик, у которого денег нет. Везет мне на нищих. Ну,
грубо сказано, но по факту это так. На людей, у которых нет денег, если что-то там случись, они не смогут возместить ни ущерб, ну, блядь, хотя бы вот эту хуйню, да? И все. То есть, остается, получается, иди в полицию и всю хуйню делать. Так ведь, пацаны? Потому что если... вот сами посудите. В мире очень много маньяков, прям баснословное количество, которых не поймали. И когда преступник остается не пойман, без всяких там предъяв, всю хуйню, короче, чистый вылез и сухой из воды. И он чувствует себя довольно-таки комфортно и будет убивать, будет делать все, короче, пока его не поймают. Почему? Это, блядь, сука. Фу. Иногда даже, когда я нижнюю челюсть хочу приподнять, вспомнить, так сказать, былые времена, то огромный зуб не мешается. Я не успеваю остановить челюсть, но... И вся херня кверху, короче. Прямо в десны, блядь. Адская, честно, боль. Ну вот. То есть, у людей денег нет. Вот камеру мне сломали. Так и я ни копейки не получил. Вот в понедельник пойду, блядь. Я там как родной уже в этом, в полиции. Что вот с зубами делать? У чипа тем более денег нет. Потому что не работает. Вот. Если бы работал, как-нибудь там, может быть, что-нибудь там, а не работает, понимаете? Почему мне, блядь, миллиардеры зубы не разбивают, там, камеры не зубы не выбивают, камеры не разбивают? Ну, блядь, пиздец. Просто одно быдло, согласитесь. Пиздец. Я, конечно, подозревал, что... Чьи быдло, но не такое, чтобы, так сказать, товарищу выбивать зубы на его же собственной хате, когда на улице он, блядь, типу вот этому мужику 40-летнему нихуя и не сделал. Понимаете? Даже немножко обидно, потому что, блядь, с ним уж я точно уже все покончено, если все. Пиздец. Убью нахуй, блядь. Ну, в полицию, короче, я ходил, да. Сейчас где там? В полицию. Сказали, бля, надо в травмпункт свалить, чтобы всю херню сняли, вот. Но сейчас ужасный дождь на улице, поэтому я не хочу идти. А у меня зонтика нет, денег ведь нет, я собираю на камеру и, бля, зубами хз чё. Такие дела. Ай, пиздец. Удар был смачный. Прям звук. Я когда показывал запись следователю, он такой смотрит. Его аж передернуло. А когда я к нему в кабинет зашел, он такой, что у тебя случилось? Я такой, зубки. А у меня тогда еще пожестче было, немножко крови еще. Сейчас-то все устоялось, устаканилось. Такие дела. И не надо обвинять, говорить, что я там сам навыебался, блядь. Ну, сколько на меня выебываются, а? Именно не в интернете. В интернете я могу повыебываться. Ну, извините меня, когда на моей же собственной хате, как кто-то в комментах писал, Вежелинг на своей собственной хате, хотя бы в комнате, да? Я не говорю, что полностью вся квартира моя. В моей же комнате я здесь король. По факту. По факту так. Кому не нравится, вот реально уходим. Если вы не согласны. Хотя бы нужно соблюдать рамки, блять. А не орать. Меня родители, между прочим, перед фактом поставили, что если еще какая-нибудь херня будет, это в субботу они мне сказали, до этой хуйни. Короче, забираем у тебя ключи, и тебе их мы больше не отдадим. Такие дела. Да, можно аж слепок сделать, но, блядь, слепки, хуепки.
Вот. Ну, короче, сейчас будет печально. Такие дела. Все починим. Албибек без мощадка. А, насчет цены. Сколько стоит восстановление зубов? Я посмотрел, если зуб полностью утерян, передний, и делать имплантат, там бабки. Ну, средняя зарплата москвича 35 тысяч. Нет, в бомжатской какой-нибудь клинике за двадцатку сделают. Если зуб не полностью, там вот. Ну, короче, по факту нужно идти к стоматологу и спрашивать, чё почём тут, блядь. Какой ущерб? Не, она просто скажет, типа, как этот зуб будет жить, не будет. Ну, по факту он не будет жить, потому что уже. Все, пацаны, I'll be back без мочатка. Я и не ел, не пил, и, блядь, печально все. I'll be back.